его ранит. Командир, где? Убит. Стрелок тоже убит. Смотри-ка, найденок. Немцы уже группами пошли. Кто как может из окружения выходит. Ну да. Они у нас в окружении, а мы с тобой у них. Ну ладно. Давай туда. Надо бы до вечера пересидеть. Что там, блиндаж, что ли? Сходи, проверь. Ну, что ты? Давай, иди. Иди. Похоже, наш дот 41-го остался. Ну да, точно наш. Дай мне пистолет. Я и тебя, и себя охранять буду. Ты же ранен? Твой где? В танке остался. Нет, не дам. Я в плен не сдамся. В случае чего, себя прикончу.
что там? Спит. Как спит? Так спит, как хорек. Днем водкой за версту несет. Должно быть, на пределе они, немцы-то. Ты вот что. У тебя нож есть? Есть. Иди убей его ножом, чтоб тихо. Я ножом не умею. Это приказ. Имею право расстрелять, как старший по званию. Два года воюю. А человека ножом резать не пробовал. А то и война, чтобы все испробовать. Иди сюда. А ты кто? Иди быстрее, а то застрелю. Ближе подойди. Ты чего здесь сидишь? Немцы в доме выгнали. А чего они там делают? Спят. Откуда пришли? Кто? Немцы кто? Да с Гридина. С какого Гридина? Ну, Гридина, деревня вот там за полем. Всю ночь стреляли, стрельба была у них. А сейчас спят. Ты вот чего? Да тащишь меня. У меня нога ранена, идти тяжело. Ой, миленький. Ну, куда же я с тобой? Они
У меня ж немцы в доме. А дети в лесу сидят. Ну, куда ж ты мне-то еще? Ну, отпусти ты меня. Может, ты уж сам как-нибудь, а? Откуда, говоришь, немцы-то пришли? До Гридина, вот там. Прощай. Я танкист! Какой еще танкист? Наш танкист русский! Откуда мы знаем, что ты наш танкист? Может, ты лазутчик немецкий? Я не лазутчик! Я механик-водитель 34-ки! Встань и подними руки! Я не могу встать! У меня нога ранена! Севцов, ползи к нему. Если что, дай очередь.